Всем привет! С вами Вечные блогеры. Сегодня мы решили снять видео. Так как мы не снимали 7 месяцев, мы не знаем, что снимать. Но у меня есть идея, типа, сейчас, если получится, то мы сделаем. А если нет, то вы не увидите это видео никогда. Короче, мы в аэропорт. Лёха что-то нашел. Видно. Кстати, вот аэропорт. Да, в Сибае есть аэропорт, кто не знал. А Лёха куда-то делся, я его не вижу. Лёха, ты где? О, где? Там, короче, вишня есть, надо похавать. Потому что... Стой, сейчас проверю. Сова? Да. В смысле? Она прилетела сюда, сел кот. А, да? Ты что, уже улетела, мразь, пока я тебя звал? А, короче, прямо здесь такой щи. Мост туда улетел. Пойдем кушать вишню. Пошли. Соломненный вкус. Мой батя здесь сову поймал, а потом сдохла. Обидно. Досадно. Печально. Блять. Да, мы которые, блядь, шли сюда час, нахуй. Чтобы покушать вишню. Нашли новую забаву. Нашли покрышку. Ну, блядь, не наебнись. И идем ее скидывать с горы. Вот весь. А может, я внизу буду стоять? Не, ну не в меня, конечно. Окей. Короче, я пошел вниз. Самое главное, чтобы он снизу не нарепнулся. Опа, я еще одну выжу. Война отсюда. Ярик хуяр. Снимай. Там еще одна есть. Давай. Помаши ручкой. Вон она. А нет, другая. Вон та. Забавы детей, блять. Короче, это все хуйня, мы ждали 4 часа под дождем, под жарой, и все это хуйня какая-то была, вот. Но вы все видели сами уже, нам не понравилось. Камеру переверни, долбоёб. Теперь мы будем снимать так. О, вот. Вода. Вау, мы нашли воду, у нас пустая бутылка, она уже вся подранная. Эу. Всем пока.
Давай я отверну. Вот, короче, мы. Мазда тройка, а шестерка приходит. Ну да, пиздата, я пиздата. Ну все, на этом мы, короче, пойдем домой. Я пойду сейчас гулять. Он пойдет, блять. Вот. Всем пока.